Твери водители протестуют против новой схемы дорожного движения. Возмущение автолюбителей вызвали участки во всех районах города Твери, в том числе на улицах Орджоникидзе, Горького, Туполева и на проспекте Чайковского. Что думают об этом сами автовладельцы, выяснила наша съемочная группа. Новая разметка, которая вызвала негодование у тверичан, была нанесена после ремонта центральных дорог областной столицы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основным изменением стали многочисленные запреты левых поворотов. Там, где раньше была прерывистая разметка, теперь двойная сплошная. Подрядчики объясняют, что это требование ГИБДД, которое выдано с целью обеспечения безопасности на дорогах города, хотя это не самые опасные участки. Конечно, неудобно. С этой новой разметкой сейчас едешь по городу, не знаешь, куда, что там. Вчера было одно, сегодня по-другому. Сейчас выезжаешь, надо налево поворачиваться, оттуда уже запрещено. Бог знает, куда, в какой конец едешь, чтобы дома обратно развернуться. Конечно, неудобно. Затруднили, в принципе, есть некоторые перекрестки, которые, как сказать, аварии на них редко были, а разгружали хорошо ту же Спискову, например, на которой постоянно пробка. Невозможно выехать, нормально перестроиться. То есть нет никаких проблем, допустим, со стоянки, выехать, развернуться. Я думаю, что нужно пересмотреть этот вопрос. Вам больше нравилось, когда была старая разметка? Ну да, когда можно было левый поворот сделать, конечно. Ездить стало удобнее, а разворачиваться не очень удобно. А что именно неудобно? Развороты делать, обратную сторону. Не зная, как бороться с данной проблемой, водители решили написать открытое письмо главе города Твери Алексею Огонькову с просьбой пересмотреть схему дорожного движения в областной столице. Принимая во внимание, что разрабатываемые в рамках города решения и нововведения должны учитывать и интересы его жителей, убедительно просим вас пересмотреть новую схему организации дорожного движения на магистральных улицах города Твери, вернув левые повороты и вне перекрестков. Несмотря на неудобства для водителей, в администрации города заверяют, такие меры были приняты для большей безопасности как автолюбителей, так и пешеходов. Сейчас повороты налево и развороты на этих улицах возможны в основном только на перекрестках с светофорными регулированием. Сделано это в первую очередь для увеличения пропускной способности на магистральных улицах, а также опыт прошлых лет и опыт других городов показывает, что уменьшение количества левых поворотов на основных магистралях приводит к уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Уменьшение количества левых поворотов на проспекте Ленина, проспекте Калинина и проспекте Чайковского привело к тому, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в среднем на 40%. При этом в департаменте отмечают, по отдельным участкам уже поступают обращения граждан, все они анализируются. По итогам мониторинга дорожной обстановки, который ведут специалисты, возможна корректировка схем движения.